О правах военных говорили сегодня на видеоконференции, которую провел командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин. Центральный военный округ – самый большой в России. В него входят 29 субъектов страны, в том числе и Чувашия. Одной из важнейших задач среди поручений президента было и остается укрепление социальных гарантий военнослужащих и членов их семей. В качестве одной из первоочередных мер возобновлена ежегодная индексация денежного довольствия военнослужащих и одновременно с 1 января увеличена военная пенсия. Только в этом году 9 тысяч военнослужащих получили постоянное жилье и более 31 тысячи служебного. Всего за последние 5 лет реализовали свои права на жилищное обеспечение 457 тысяч военнослужащих. Среди проблем, которые называли участники видеоконференции, нехватка детских садов в военных городках и трудности трудоустройства жен военных. В Чувашии на данный момент войсковой части нет, ее расформировали в 2016 году. Уволенным с военной службы помогают трудоустроиться в центрах занятости.